И снова здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Олег Алавгудвин, и я вам расскажу небольшой лайфхак для массажистов и мануальных терапевтов, когда мы можем использовать аппаратные методы, ну, например, вот такой, это вибромассажер, если его включить, он начинает вибрировать, и здесь инфракрасные излучатели есть, которые дополнительно еще прогревают определенную зону локальную. Как я говорил, мы используем все время разные виды вибраций, покачиваний, встрясок для того, чтобы расслабить наши мышцы. Любой спазм рано или поздно поддается, ну, не может сопротивляться вибрации и расслабляется. Если не хватает ручной вибрации, да, мы можем использовать аппаратную. Соответственно, вот на пояснично-крестцовый вот этот отдел устанавливаем, включаем и с нашим давлением прорабатываем более локально те участки мышц, которые нас интересуют. Ягодичные также мышцы можно. Если есть миозиты, часто бывают в ягодичных мышцах, они вот тоже растрясаются хорошо. Это достаточно приятно, да? Очень. И пациент чувствует, прямо даже вот на глазах он чувствует, как у него там что-то отходит, расслабляется, боль снимается. В общем, можно локально, да, на любую зону надавить и проработать. Ну, отдел. Это уже кровоснабжение. Так, провода не хватает. Да, и кровоснабжение, естественно, увеличивается. Потенция увеличивается, да. В общем, масса плюсов. Приборы есть, существуют самые разные, но вот это такой китайский. Он чем хорош, тем, что, во-первых, он прекрасно прогревательный, а во-вторых, он достаточно тяжелый. Тут тяжесть тоже играет роль. Так что вот, ловите такой лайфхак, используйте в своей работе аппаратные методы и повышайте свою клиентскую базу. А в следующем видеоролике еще несколько лайфхаков расскажу для вас, для вашей пользы. До новых встреч!